Что могу сказать? Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Вот бои, как я сказал, интенсивные, продолжаются 5 дней. Например, позавчерашние сутки, за двое суток предыдущих, они были очень интенсивными. И ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений. Да, у нас еще этих современных вооружений не хватает, но оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут безусловно решены. Идет интенсивное наращивание производства современных видов вооружений. За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Но известно, что при наступательных операциях потери примерно 3:1. Это такая классика. Но в данном случае это значительно превышает вот эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют.